Всем привет! На связи Игорь. Вот приехал на коп. Весь потный. Это круто. Получаю удовольствие. Приехал буквально минут 15-20. И за это время уже накопал нормально. Ну, имеется в виду нормально как? Железа немного. Килограмм 15, может 20. Хер знает. Ну зато цветнина уже, в принципе, много накопал. Вот она, байда медная. Старинная. Потому что таких вещей я не замечал еще. В плане, зачем-то красили раньше их. Или это провода... Перчатка даже порвалась, я копаю, короче. Без металлоискателя. Ну то есть нашел сигнал. От мастерской метров 5 и погнал к мастерской. То есть у меня метод такой, это уже, как говорится, проверенный метод годами. То есть когда нет уже железа большого, я считаю, надо копать наугад. Потому что наугад в чем хорош? Вот он, цветнину. Я цветнину накопал, меня уже хватит, в принципе. Такие пруточки, вот они. Вот аккумулятора, провода, которые идут. То есть там цветит много меди уже накопал. То есть, грубо говоря, вот тут лежит уже больше 1000 рублей. Ну, плюс-минус 1000 точно. Тут уже килограмма 1,5-2 меди. Там алюминька, фигенька и так далее. Цинк, железо. Уже, в принципе, копает свое удовольствие. Почему бы нет? То есть многие говорят, то есть мелочь, типа выделки не стоит. Наоборот, я не согласен с теми людьми. Я считаю, я прошел через опыт, через бизнес в интернете, я научился зарабатывать с мелочи. Я не вложился ни рубля в свое время. Сейчас, да, инвестирую, торгую, ну, там, на криптовалюте, зарабатываю, ну, на всех способах заработка, которые, это все будет ближе к теме, буду рассказывать, там, нумизматика и так далее. И все развился без вложений. То есть, доказываю сам себе, в первую очередь, что можно зарабатывать с нуля. Так же и в железе, так же в любом бизнесе. Можно развиваться с мелочи. Все и начинается с мелочи, на самом деле. Спросите у любого богатого человека и миллиардера и так далее. Как-то вот так вот. Продолжаем коп. Как говорится, находки есть. Железа мало осталось в наше время. И поэтому приходится вот копать вот так вот. То есть вот я вот на таком участке. Ну и вот еще вчера, это все вчера, то вчера вот этот вот эко выкопал, и сегодня вот это вот. Чуть-чуть, конечно, вчера еще начал там еще чуть-чуть, но ничего, не суть. Я выкопал вчера, увез килограмм 100-150. То есть цветнинки тоже увез. Ну вчера я не снимал почему-то, потому что я приехал вообще вчера, просто чисто ехал за песком. И думаю, дай-ка остановлюсь опять. Ну так она всегда и бывает. Как поперло и поперло, и вот, ну, нашел зато себе место. Рядом с домом, это раз. И плюс всем советую новичкам, да и кто копает, всегда копайте вот таким методом. Это приносит плоды, по цветнине имеется в виду. И железо в железке. Сейчас пойдет, вот ближе к мастерской пойду, я вот тут просто пошел. Сейчас туда пойду, пойдут железки, и до стены, потом от стены пойду. Вот этот. Я тут часть уже прошел, ну от мастерской с той стороны. Теперь с этой стороны миссия у меня. Вот так вот пошел и вдоль стены, пускай по деревьям, под деревьям, в деревьях, это все фигня. Есть на этот топор, берете, подрубаете и так далее. То есть как-то так вот продолжаем коп. Всем приятного просмотра. Ну вот. Накопал. Еще столько уже. Еще цветнинки нашел. Не знаю, там вот такие вот вещи. Штуки 3. Но не суть. Вот я еще прокопал. Кстати, могу дать совет. Вот такие вот вещи, чтобы двойной работы не делать. Ноги закапывай, потом яма. Вот так вот берешь, окучиваешь ее. И природа ее сама потом разровняется. Она же вниз, когда после дождей пойдет, она раз и разровняется, будет нормально. Но это имеется в виду, когда где никто не ходит, во-первых. Конечно, где-нибудь на дороге там или где-нибудь еще копаешь рядом с дорогой, конечно, закапывает тоже я. А в таком вот варианте даю совет, где, в принципе, вот моя машина, я тут проезжаю дорогу нормально. Тут мастерская уже разваливается, смысл закапывать. Вот так вот делаешь, она раз, уже опыт проверил ее. Я такие тут потом как-нибудь делаю обзор, как я копал, что, как у меня получалось. Она потом раз и разравнивается, получается ровная через, ну, зимой точно она уже будет ровная. Ну и вот, пока копал. Очередная медяха. Почему этот метод хорош?
Во-первых, когда многие копатели сталкиваются с проблемой, копать тяжело, в траве ты ничего не найдешь. А когда ты наугад фигаришь, ты убиваешь сразу двух зайцев. Ты, во-первых, находишь цветной металл, когда металлоискатель любой, хоть дорогой, у меня есть вот он обычный, он отбирает балбишки. Вот такие вещи он пропускает. А наугад, вот я, видишь, их выкапываю, видите, я их выкапываю. И когда у него есть проблема, у моего, это, ну, у многих, у каждого есть дефекты. Он хорош во всем, но когда лежит поверх вот такая проволочка, имеется в виду железная, на медь он тоже реагирует хорошо. А когда лежит поверх проволока железная, то он будет показывать, о, это у нас кипятильник, вот. Он будет показывать, что плохой сигнал, ну определенно, это уже не на балдышку, а типа показывает, что типа там нет ничего. А бывает такое под этой фигней, вот такие вот вещи, вот, когда лежат, вот они, он будет пропускать, а под низом может быть балдышка. Тысячу раз так делал опыты, эксперименты, я до этого экспериментировал вначале, как только начинал. То есть я прошел много через что. И то, что у меня дорогой, да, там убираешь функцию чисто железа, он тоже, он ищет на все. А вот как раз дорогой, как раз многие есть ошибки у них, у дорогих. У меня, допустим, АК Сигнум. Он стоит почти шестьдесятник. Ну, это было 4-3 года, ну, где-то 3,5 года назад. Он стоил в свое время 60 тысяч. Сейчас, может, подешевле, но не суть. Он ставит функцию железа одно, убираясь все золотое, там, серебряное, цветные, короче. Он пищит на все, то есть на банки, склянки там и так далее. А вот этот металлоискатель, он выбирает определенную балдышку, он тот как палец, он его найдет, да. Маленького он будет пропускать, но это тоже минус. А вот когда копаешь наугад, почему я копаю наугад сейчас, потому что трава, ходить неохота по траве, потому что ну, удовольствие не получаешь. А вот это вот я получаю удовольствие, потому что, во-первых, цветнину нахожу и так далее. То есть я уже накопал, мне можно, в принципе, домой ехать. Но я сейчас, в принципе, сижу в теньке, так особо солнце ничего меня не напрягает. Конечно, потею, а вода заматывает. И вот такие вот пироги. Буду копать, еще время есть. И так далее. То есть, своего рода, вот такая вот копка получается хорошей. Самое главное, верьте в себя. Не бойтесь негативных мнений, как говорится, чтобы начать. В любом деле надо пройти через огромные ошибки. То есть могут там тебя винить, да какой-то профессионал, там это. Вот у меня, допустим, есть проблема в звукозаписи, да, когда я выкладываю в YouTube, это звук плохой. Но ничего, скоро он устранится со временем, поэтапно. А ничего сразу не бывает, ни бизнес, ни любой. Он начинает все с маленьких деталей. Поэтому вот так. Продолжаем коп. Ну вот, продолжаю коп. Находки радуют, отвил, острии, то есть как обычно, отрессоры, вот, цветной поршень, такая вообще мне фигня радует, беленькая, хорошая, ну и по мелочевочке, копаю и копаю, то есть находки есть, копаем. Своё удовольствие. Все, день я уже накопал, все, как я говорю, мне уже хватит. Тут уже 50 кг, это точно. Мелочевка очень тяжелая. Поршень это уже вообще купил. Ну тут вообще я нашел нормально сегодня цветного. То есть чем хорош коп? Вот так вот взял и пошел около мастерской. Тем то, что попадает цветной. То есть не суть. Вот такие торги, вот. Лучечка получается хорошая. Все, ништяк. По-моему, где-то еще тут было. А вот кусочки пошли от вот от столбов. Это говорит о том, что значит будет цветное еще. Это вот от свинца. Свинца сегодня тоже накопал. В принципе, плюс-минус нормально. Коп хорош, когда трудишься. Вот они. Вот, да тут, короче, тут все в железе. То есть брать любую мастерскую в любом регионе, в любом копайте. И не бойтесь, будет находки. Да, металлоискатель нужен для того, чтобы пропищать меня, вот, допустим. Сейчас чуть попозже я возьму еще вот так вот писну. И пойду уже как змейкой. То есть бывает буквой П. Вот так вот коп. Вот сейчас идет пока прямая.
Потом в один неожиданный момент, раз у меня он там пищать будет, я пойду буквы там П, Л. По-разному получается. То есть классно. А потом не бойтесь, она разровняется. К зиме она все сойдет. И не надо будет делать двойную работу, как в поиске кладов. Серега копает, он всегда закапывает за собой. Да, где ты копаешь около дороги, да, там маленькие кучки. А вот сейчас он стал еще и железом заниматься. Плюс-минус. Можно не париться. Вот так вот обкапать. И нормально она потом разравнивается, когда большие копаешь раскопки. Продолжаем коп. Еще покопаю. Ну вот, накопал свое количество. Мне хватит, я поехал домой. Надо цементировать прихожую. Вот так вот. Все отлично. Железки нормальные. Есть им тяжеленькие, есть. Короче, все пучком. Плюс-минус 70 прям точных. А когда взвешу, будет ясно. Цветной сегодня. Все хорошо. Меди килограмма 3. Может даже по. Ну 3, да, не больше вообще. Поршенек 30-ка. Алюминия такого же по кусочку маленьким вот таких вот. Короче, ластушки. Вот таких сегодня много попадалось. То есть тут 1000 на 2. Короче, все ништяк. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Конечно же, кому нравится мой канал, ставьте лайки. Мне нравится, кому не нравится, дизлайки. Все ништяк. Копаем. Пока-пока.